почетному гражданину города Кунгура, председателю Кунгурской городской думы Николаю Ивановичу Попову. Протяженность объекта 112 погонных метров и 30 погонных сантиметров. Срок эксплуатации Преображенского моста по проекту – полвека, плюс пятилетняя гарантия качества от подрядчика. Сказать, что жители Кунгура ждали ввода в эксплуатацию этого объекта, значит ничего не сказать. Глава города уверен, мост сдали и жизнь налаживается. Жизнь вообще изменится кардинально, потому что у нас уже как в Москве пробки, и для нас было это очень важно. Мы город туристический, это и экология, это и комфорт и проживания для жителей города Кунгура. Сегодня запустим этот мост, и мы сразу увидим, что пробок в Кунгуре практически не будет. Год назад было принято решение губернатором, и меньше чем за год мост построен. Причем построен так, что он с сегодняшнего дня будет уже работать и приносить благо кунгурякам. Я надеюсь, что это будет новый этап развитие города Кунгура. По поручению губернатора мост через Ирень включили в краевую программу совершенствования сети автомобильных дорог. Решение в пользу строительства объекта в краевом парламенте приняли благодаря консолидированному голосованию депутатов фракции «Единая Россия». Вслед за этим одобрены были и необходимые поправки в бюджет Прикамья. Это удивительный пример того, как необходимо решать подобные вопросы. Желание граждан, инициатива главы города, да, поддержка губернатора, поддержка фракции «Единая Россия» выделили деньги. Нормальные строители, и мост готов раньше положенного срока. Здорово? Здорово. Вот так всегда бы нам строить.